Еще недавно в этом месте были опасные ямы и изношенный асфальт. Теперь все неудобства в прошлом. Рабочие уже укладывают новое дорожное полотно. В поселке Лунево началось комплексное благоустройство дворов. Изменения коснутся 5 домов на гаражной улице. Здесь будет проведена модернизация дорог и тротуаров. Подрядчик в данном случае усиленными методами все быстро, качественно делает. Работы можно наблюдать в настоящее время как раз по производству их на месте. Максимальное количество уже пешеходных дорожек уложено. Уложен практически везде бордюрный камень. Валентина Чурилова почти 50 лет живет в этом доме на гаражной улице. Она самостоятельно поддерживает благоустройство и радуется изменениям во дворе. С удовольствием смотрю, как люди трудятся. И очень они хорошо трудятся, честно, добросовестно. На благоустройстве территории трудятся около 50 человек. Строители расширяют парковки, на тротуарах и возле подъездов делают специальные понижения. Они необходимы для маломобильных граждан и родителей с колясками. Жители к нам подходят, благодарят, радуются. Говорят, что давно такого не было. Спасибо вам и за оперативность, и за... Потому что мы идем на контакт с каждым жителем, и общаемся, и слушаем их пожелания, и учитываем. После завершения всех строительных работ приступят к озеленению во дворах. Здесь планируют высадить 500 молодых кустарников. Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.